Партнер рубрики «Уссурийский филиал гуманитарно-коммерческого колледжа» продолжает прием студентов на дневную и заочную формы обучения. Все вопросы по телефону 33-06-76. Сказочного вам настроения. На выходные новая сказка о волшебных существах – мини-путах. Кто такие мини-путы и как они выглядят? Маленькие какие-нибудь гномики. Это герои мультика, которые живут в подземелье. Такие маленькие люди, которые живут под землей где-то. Мини-путы – маленькие сказочные существа, фантазия известного французского режиссера Люка Бессона. Сценарий мультфильма писался так долго, что превратился в 4 книги серии «Артур» и «Мини-путы». О чем они? Любой ребенок знает, что в саду у бабушки располагается маленькая страна, где живут крошечные человечки. Вот только попасть туда очень сложно. Мальчику Артуру удалось, и он немедленно вступил в смертельную схватку со злодеем Урдалаком. Если ваш малыш уже посмотрел этот мультфильм, то ему интересно будет продолжение истории. Не ленитесь прочесть. Дети должны жить в мире красоты, игры, сказки, считал Василий Сухомлинский. Удачи вам в делах, будьте грамотны.